Всем привет! И на канале по-английски. И сегодня мы с Тимусей и с Анютой из канала Клэп С печенькой куки. На тема будем кушай. Гу, печенька. гу Печ... гу Да, печенька. мой У зайчик. него 6 уже зубиков И выросло. сегодня мы будем у нас будет челлендж 24 часа в этом чудесном Выживание. Это выживание еще. Да, в этом чудесном И тут домике. много обновлений. Там Да. еще много всего, там вкусняшки. Да, и мы сейчас пойдем кушать. Смотрите с А нами. Тёма тут останется. Нет, он с нами будет. С нами ты его возьмешь? Да. Только надо, чтобы нам все места хватило. Ой, этот фонарик мешается. Ну ничего. Так. Съемка идет? Тёма. Да, а что, ему там хорошо? Да. Пусть там сидит. Нет, он там что-нибудь возьмет, там одеяло в рот. Ну, пока что поставим тут как-нибудь. Ему интересно, одеяло не возьмет, а его ногами прижал. Смотрите, что тут есть. Да. Да дай ему печеньку, он что не ест. Он не вот, кушает. Вот что мы будем кушать. Все, мы сейчас поставим тут. У нас уже 9 часов вечера. Да. И мы будем сейчас кушать бутерброды, а потом будем кушать вот такие вкусняшки всякие, я припасла. Так, вот и сахар тебе, вот сахар мне. Ага. Так. Там Тимуся играет, печеньку откусил. Молодец. Давайте мы сейчас наверх. Он меня трогает. Да? Ну, он да, кушает прям Настя. Так, хоть, хоть. Да, молодец. Хрустит. Вот так вот сделаем. Кушай, Тёма. Ему там хорошо, Настя, он дело не берет. Сейчас мы поставим вот сюда. Да, чтобы вам было видно. Вот. Вам нас видно. Да. Давай, Настя. Ну все, мы сейчас будем кушать. Вот мы одни дома. С Тимусей остались. Мы его будем вместо молока кормить печеньками. Тут у него есть что да, он покушать. Немного. Да, мы тут взяли, тут еще много всего. Кстати, мы тумбочку туда закатили. И пишите варианты, как в комментарии. Он меня печенькой вот так по ноге. Ну все, мы будем кушать. Настя, бери кусочек. Так, нас тут очень вкусно. Каждым по одному кусочку. Ты уже откусила тут. Я тут не кусала. Я тут не кусала. Так отрезалась. И мы начинаем есть плавленым сыром бутербродики. Да ты мой котенок. Скачет. Такой качаем. Настя, помнишь, он течетку танцевала? Такой ля-ля-ля. Ногами прям прыгал. Так. Очень вкусно. Мы сами делали. Что такое, Тима? Печеньку не можешь кусочек взять откусить? Давай, да. Ой, она уже мягкая у тебя. Будем приглядывать за Тимурой. Сейчас он меня окружается. Он с нами поспит, только мы без одеяла, мы его постелим, чтобы мягко было. Нет, так не видно. Вот. Подними лучше, а? Вот. Так просто там он отсвечивает. Ну ладно. Да нормально. Ну и вот, там Тимуся кушает печеньку, а мы пьем чай с бутербродиками. Там, да ты мой котенок, машинка играет. Машинка играет и печеньку ест. Какая интересная логика. Нам тут очень хорошо. Кстати, тут жарко. Угу. Ну и тоже время прохладно. У нас там уже, знаешь, смотри, уже 10 часов. Ничего себе. Мы сейчас будем ложиться спать. Там у нас Тёма кушает. Там у нас на улице темно, но просто там у нас фонари невидимые. Пятами. Нет, Тёма. Нет. Не надо крошить. Ну, уже пора спать. Я
Он уже там стынет. Да. Ты чё, печеньку он обмазал эту твою подушку? Да пускай. Да, уберём. Это ж наш братик любимый. Да, Джек. Да. Потом будешь ждать Артёма. Мы тебя просто так не оставим. Будешь кушать. Какой классный сыр. Ага, обожаю его. Что ты там? Все нормально? Все нормально, говорит. Он такой, и улыбается. Тёмочка мою ножку трогает. Так любит он мою ногу сильнее, чем меня. Да. Он выражает эмоции, он не плачет, я вижу. Смотри, какая машинка интересная. Давай машинку играй. А мы пока что тут покушаем, доедим. Так, покнем печеньку. Да. Ты чё такой, зайчик? Он выйти хочет. Но, Настя, иди про... Она еле-еле пролазит. Такая... Успокой его, Настя. Ложи спать, Ильки. Ложи спать, Ильки. Мы сейчас Тёму уложим спать. Она спать будет? Да, Тёма? Пошли с нами туда. Пойдем там кушать будем, там печенек много. Да, да. Ага. Да, Тёма, правда. Да. Правда, Тёма. Полежать хочешь? Мама плачет, крикистка. Ладно, я пойду, пока не стемнело, отнесу его к бабушке. Пускай бабушке. Она пойдет быстро, сходит на улицу. Да. Настя, отнесешь его к бабушке? Да, на, пока что его. На, 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 на. Не могу. Да ты положи. Давай. Быстрее. К бабушке. Иди быстрее. Ну так я тут не могу через тебя пролезть. Так, пролезаешь? Ну поставим пока что на паузу. Так, все, я переоделась. Тему мы к бабушке отнесли. Да. Он просто, у него истерика началась. Он в таком закрытом пространстве не любит быть. Там закрытое пространство. Там жарень. Вот лампа тут нагрелась очень сильно. Настя, потрогала тут, вот, вот тут. Очень сильно. Я трогала. Там очень жарко. А если мы выключим, то ничего не видно будет. У нас потому что темно очень. И Тёмочка у нас просто истерика началась. Чуть не съела весь. Такая, пока задумаюсь. Пожалуйста. У нас еще вкусняшки. Я Настя. Так, Настя. Вот это тебе. Еще. Пожалуйста. А еще. Пожалуйста. Ну и вот, у нас тут вкусно очень. Тут же слоеное тесто, а сверху сахар. Очень вкусно. Сейчас мы попьем чаю, потом мы сходим в туалет быстренько. И вот, потом это, мы ляжем спать, и вы увидите 24 часа. Если со мной что-то будет происходить во сне, я не знаю, что со мной. Простите, пожалуйста. Это у меня несколько будет дней, как мне указано. У тебя такая же. Вкуснятина. У нас уже чая мало. У меня есть много. Смотри, сколько. По сравнению с твоим. Мало, все мало. У меня много.
Настя, мы забыли про салфетки. Ничего. Ладно, справимся. Вот салфетка. Полотенце. Тут мы еще будем во втором видео делать массаж. Вот тут уже. Предложение 23 челлендж. Только утром уже. И вторую ночь будем проводить. Это как-то уже не это будет. Тем более я очень стараюсь монтировать. Я одно видео, которое за 20 чем-то минут, где мы танцуем. И вы обязательно посмотрите. Вот. Да, ну, очень-очень много и долго времени монтировала. И сейчас я его очень много монтирую. Так что цените меня, поставьте лайки. Когда я уже выложу. Я сегодня, наверное, очень много видео выложу, так как я буду ночевать тут, и у меня будет очень много времени. Я же буду спать долго. Ночью. Она ночью будет монтировать, я ей буду помогать, так что в следующую ночь мы точно будем спать. Очень крепко. Мы до часу ночи тут не будем спать, а потом ляжем спать. И вам будем снимать. И вот, у нас осталось 19% на нашей съемочной камере. И мы не можем так долго снимать. Мы потом подзарядим его. А там еще какая конфетка? Больше нет. Просто мама ела. Вот я уже есть какой-то мармелад в шоколаде. Очень вкусно. А почему она только тебе дала вишневую? Все. Я не помню, вроде я две брала, может, выпала по дороге. Прости, пожалуйста. Ничего. Ой, как жарко, Настя. Ну-ка, смотрите, как будет. Уже думается, потому что темень. Очень темно. Ладно, что, пускай будет. Я уже переоделась в пижаму. А, Анюта так уже будет. Да, мне эта пижама считается. На сегодня. Потому что мы же двоюродные сестры из дома, вот он напротив, я к ней могу приходить каждый день и ночевать. Но в таком домике крутом я бы не отказалась, как и сейчас. Вот я к ней пришла специально, и вот мы тут будем ночевать. Давайте, когда доедем, мы ляжем спать, и мы вам покажем, а то вы, наверное, тоже хотите. Ну ладно. Мы покажем, когда все. Так, все. Нам какие-то звуки тут происходят. Если что-то услышите, не обращайте. Что это такое? К нам кто-то в дверь долбится. Это кто? Итак, все. Кто это, Настя? Настя, так смешно смеешься. Все, мы спать. Надеюсь, на камеру будет слышно. Но тут какие-то звуки. Как будто какой-то ребенок. Боюсь, все, надо пора спать. Я не буду спать, Настя, дай сюда. Я буду снимать. Ребята, если будут происходить какие-то звуки. Что это? Вот. Все. Можно будем я буду слушать, снимать? Может, что-нибудь будет. Что это? Надеюсь, на камеру тут слышно. Тут тихо. Так, тихо. Надо тихо себя вести. Вот, мы ничего не сдаем. У нас тело меховое, мы не укрываемся. Вот. Что за звуки? Надеюсь, на камеру слышно. Ничего не делай. Вот. Я держу вот камеру вот эту. Вот у нас ничего нет, у меня ничего нету. Нет, ничего нет, блин. Вот, ничего нету. Как темно. Что это за звуки? Нет, ничего нету. Аж палатка шатается.
Тут сзади нас. Какое-то привидение там кажется. Вот тут. Вон там где-то рядом. И вот тут вот смотрите, какое-то привидение. Вот какая-то тень. Это что такое? Я шатаюсь, Настя. Что это? Стой. Шатается что-то. Настя, я боюсь. Мама говорит кто-то. Мама. Точно мама. Кто это? У нас ничего нету. Нету ничего. Вот камера. Кто-то кукает. Может, это маленький кто-то. Может, кто-то к нам пробрался. Может, какой-нибудь енот. Может, мы уже дверь закрыли. Ужас. Я боюсь. Вон лестницу кто-то трогает. Все, мы будем ложиться спать. Ладно, мы поставим вот сюда камеру, объектив. Мы будем спать. Если я открою глаза, значит, мы что-то услышим. Давайте. Да. Сейчас мы поставим сюда. Настя, вот так вот. Сюда, вот сюда. Вот, все, нас видно. Давай спать. Угу. Ой, что-то мне страшно. Мне кажется, он возле тебя. Настя, давай укроемся. Да, давайте под одеялом будем снимать. Да, и вот так вот, кстати, Настя, подожди, вот так расправим. Мы под одеялом. Мы под одеялом темно. Ой, мы укроемся. Ой, темно. Вот так хотя бы. Вот мы под одеялом. Какие-то звуки. Вот страшно. Кажется, кто-то там. Если что-нибудь вам увиделось, пишите в комментарии. Я лучше под одеялом не буду. Да, лучше вот так хотя. Это жарко так. Мы еще в одежде, не в пижамах. Я в пижамке. Кто что-то бросил? Вот, Аня, покажи, ты ничего не бросала. Вот, я руки аж высуну. Вот они у нас под одеялом, я снимаю камеру. Одной рукой. Да. Кто-то что-то берет. Как он может взять? У нас что, телек крадут? Мне страшно. Нас там, знаешь, Настя, помнишь, у родителей в комнате у твоих, это там, знаешь, что, телевизор же такой богатый, хороший, 3D. Может, его украдут? Слышишь? Ну так вот, все, он вроде ушел куда-то в другую комнату, может, он домой ушел. Ну все, хватит. Ну ладно, все. Ну все, мы спать. Мы поставим камеру тут. Если что, то вы увидите, то вы нам в камеру напишите. О, как классно. Что за шаги?
полуводка шатается. Вот моя рука, как она может шататься? Ну же страхи. Кто это говорит? Так вот, мы все спим. Аня уже уснула. Так вот, уже утро. Аня, у меня все одеяло забрала ночью. А я тут. Все. Я же Саню тут разбужу. Аня, вставай! Аня! Вставай. Я видео снимаю. Вставай. Уже утро. Так, все. Ребята, у нас утро. Второго ночи не будет. Уже утро. Да, второй ночи не будет, так как нам родители сказали, что они приедут скоро. Ой. Ой. И кстати, что это происходило ночью, если вам это все слышалось, и если вам это все не, если это реально мне не казалось, и нам сынутой, то тогда пишите в комментариях. А у нас. Мы, наверное, потом будем в следующем видео делать про массаж, наверное, скорее всего. Наверное, нет. Вот. Я запеченку съем. И мы с вами прощаемся. Вот мы еще позавтракаем. Сейчас пойдем там переоденемся, погуляем. Да. И это видео подходит к концу. Если же вам понравилось это, приятного просмотра.